У каждого есть степень, в которую она доходит. Да. Потолок, она дошла, я с тобой культурно разговариваю. То есть ты не хочешь этого? Не-не, наоборот, надо разговаривать. Можно я с ним поговорю? Завтра приема у начальника не будет, он на больничном. Что такое? Что случилось? На больничном начальник. Чем заболел? Не совестью? Алло. Я, жираф не мой, комар не мой. Табличка «Выход» была вся в крови. Заходил жираф и не смог выйти. Так в народе говорят. Помыли или поменяли? Жираф слезал. Ага, значит смотрите, да? Это радует. Так вот пятно есть, два. Комар пухнул. Это надо записать. Комар пукнул. Изымайте таблички, проводите экспертизу. ДНК-экспертиза, все дела. Пускай вся страна поржет. В этом году еще ни одного комара не видел. А у вас тут летают, еще и пукают, еще и кровью. Вот такие? Вот такие. У вас тут что, зоопарк что ли, или что? 22 февраля я оставил как минимум 5 жалоб. До сих пор их никто не рассмотрел. Вот так вы рассматриваете. Ни ответа, ни привета. Мне очень жаль, но я вынужден действовать в рамках закона. Я осуществляю общественный контроль. Примите жалобу, пожалуйста. У вас персональные данные всегда вот так в открытом доступе, да? Такого не должно быть, это нарушение. Тут телефоны, фамилии, паспорты, данные. Журнал для всех открыт. Посторонние люди видят. Вот, благодарство. Девушка, примите жалобу. Материал пронумерован? Нет. Нумерация страниц отсутствует. Посередине материалов 6 страниц сшиты вместе. А, вот они уже расшиты. Я расшила, как? Ну, давайте ознакомиться. Это запрещено. Запрещено? Кем? Комаром или жирафом? Не показал до полного ознакомления. Я не успел ознакомиться. Да, 21 августа. Да подождите, что ж такое-то? Дважды отказал. Вы отказываетесь предоставить? Дополнительно, да. И вообще уклонился от общения, бежал. Письменный, официальный, мотивированный ответ. Отказывайтесь. Примите жалобу. Говорите. Без нагрудного знака, без бейджика и без удостоверения. Ну правильно, у вас тут всякие комары, жирафы ходят, с ваших слов. По признакам состава преступления, халатность, тяжкое преступление, требую вызвать оперативно-следственную группу для изъятия вещественных доказательств в виде табличек. 4 часа 20 минут прошло с того момента, как я вызвал. Вы оперативно-следственная группа? Да. Принц? Да. Вы единственная в составе оперативно-следственной группы? В настоящий момент, да. Единственная? Да. Интересно. Вы ни разу не принимали устное заявление под протокол? А? Форма номер 2. Вася, ты что хочешь от меня? Я осмотр пишу, какой протокол? При чем тут Вася? Ушла за бланком и не вернулась. То есть она не выйдет? Нет. А кто жирафа будет искать? Комара, который пукнул.